привет! Меня зовут Мария, и я эксперт детского магазина Pupsi Kinder. И сегодня на обзоре у нас новинка от компании Carello, модель Ultima, обновленной версии 2023 года. Ну а прежде чем мы перейдем к обзору данной модели, напоминаю, не забудь подписаться на наш канал. Больше ассортимента ты найдешь на сайте pupsikinder.ru. А еще мы публикуем много полезной информации в Инстаграме и во всех социальных сетях. Заказать коляску с доставкой по всей России ты можешь как через сайт, так и в любом удобном мессенджере. Активные ссылки в описании под этим видео, но мы начинаем. Также напоминаю, что детский магазин Pupsi Kinder является официальным представителем бренда Carello на территории России. У нас представлена вся линейка данного бренда с официальной гарантией от производителя. На данный момент Carello Ultima выпускается в трех модификациях. На надувных колесах на черной матовой раме, на полиуретановых колесах на матовой, либо на хромированной раме. Модель Ultima является флагманом бренда Carello среди колясок с рождения. Carello Ultima из всей линейки бренда будет отличаться в первую очередь своими габаритами. Люлька стала выше, объемнее и вместительнее, а амортизация коляски стала мягче. Начнем с технических характеристик. Вес коляски с люлькой 13,8 кг. Это не самый легкий вес, но у этой модели нет такой задачи. Максимальная нагрузка на раму 22 кг, а ширина колесной базы 59,5 см. А это значит, что коляска подойдет даже для самого узкого лифта. Благодаря адаптерам высоты расстояние от пола до люльки стало 62,5 см. А это значит, что теперь с коляской будет удобно и высоким родителям. Люлька подходит для всесезонного использования, поскольку ее габариты 77 на 37 сантиметров, а высота бортов 20 сантиметров. Это действительно очень просторная люлька. И даже подросший малыш в зимнем комбинезоне здесь поместится с комфортом. На холодное время года люлька комплектуется накидкой, которая крепится с помощью молнии и расстегивается с двух сторон для удобного доступа. А при отвороте вы не переживаете, что накидка слетит или испачкается. Также будет отворотный бортик, который крепится ко внутренней части капюшона на магнитах, а также силиконовое смотровое окошко для визуального контакта с малышом. Помимо этого, для дополнительной защиты от задувания будут дополнительные магнитные ушки. Ткани модели Ultima плотные, менее фактурные и мягкие, приятные на ощупь, с защитой от ультрафиолета и с водоотталкивающей пропиткой. Капюшон с дополнительной секцией на удлинение открывается с помощью молнии, и таким образом вы полностью закрываете малыша от непогоды, а дополнительный бортик можно при необходимости убрать. А на летнее время года открывается целых две секции вентиляции. Один в капюшоне и второй в люльке. Внутренняя обивка люльки хлопковая, съемная, на молнии, легко снимать и стирать. А боковинки идут утепленные. Матрас выполнен из поролона, сделан клиновидной формы, у изголовья толще, а у ножек потоньше, со съемным на матрасником. Люлька держит форму за счет распорок, которые при необходимости можно снять и убрать для компактности сложения или транспортировки. Дно люльки выполнено из сотового поликарбоната, что облегчает конструкцию, а для подросших малышей есть регулировка по углу наклона. Изменилась и система съема люльки. Теперь все клавиши с функцией памяти. Вы по очереди зажимаете кнопки, берете за специальную ручку и просто снимаете люльку. Кстати, вес люльки 5,2 кг. Для домов без лифта мы бы выбрали что-то полегче. И можно поставить люльку на пол, не переживая, что она испачкается, так как на люльке предусмотрены специальные ножки. Как я говорила ранее, сама коляска стала выше благодаря адаптерам высоты, которые приподнимают люльку для удобства родителей. Нужны они только для блока люльки. Прогулочный модуль устанавливается на шасси уже без них. И теперь разберем самый основной элемент коляски – это шасси. Шасси выполнены из алюминиевого сплава, очень прочно, выдерживает нагрузку до 22 кг. Ручка регулируется телескопическим образом, и, как мы видим, задняя ось вынесена далеко вперед, что прежде всего удобно для родителей высокого роста. Родительская ручка регулируется в 5 положениях – от 92 до 106 см. У ручки очень широкий хват для удобства управления, а оплетки выполнены из эко-кожи. Багажная корзина открытого типа с максимальной нагрузкой 3 кг. Выполнена из полиэстера, за ней очень легко ухаживать. Дно с жесткими вставками, а значит, она не будет деформироваться при нагрузках. А для удобного доступа будет дополнительно отворотная часть на магнитах, в которой прячется вместительный карман для мелочей. Колеса резиновые с протектором для лучшего сцепления с дорогой и мягкости хода. Задние колеса
на подшипниках. А эта коляска отличается тем, что все четыре колеса будут с амортизацией, поэтому Carello Ultima является самой мягкой коляской у бренда Carello. Передние колеса поворотные на 360 градусов с возможностью фиксации на прямой ход. А рама сама достаточно компактно складывается. Для большей компактности мы рекомендуем убрать высоту ручки, нажимаем на кнопочку и просто ее складываем. Перейдем к прогулочному блоку. Нагрузка до 22 килограмм. Блок идет реверсивный, устанавливается лицом к родителям, либо лицом к миру. Делается это достаточно быстро и просто. Спинка механическая, регулируется, опускается до 175 градусов для комфортного сна малыша. Подножка также механическая. Спинка регулируется в трех положениях: лежа, полулежа и полностью сидя. Для дополнительной защиты ребенка от непогоды в козырьке будет предусмотрена дополнительная секция на молнии, которая полностью закрывает малыша. А для наблюдения за ребенком на капюшоне предусмотрено силиконовое окошко с клапаном на магнитах. Для безопасности прогулочный блок оснащен пятиточными ремнями с мягкими накладками, бампером и межпаховой перемычкой. Бампер идет поворотно-откидной на шарнирах для удобства посадки-выставки ребенка. Подножка также регулируется. Сама часть сделана прорезиненная, а подножка умеет удлиняться и расти вместе с вашим малышом. Коляска умеет компактно складываться, не снимая прогулочного модуля. Делается достаточно быстро. Убираем родительскую ручку, нажимаем на кнопку и просто складываем коляску. В комплекте с коляской будет теплая накидка на ножки для прогулочного блока, сумка-рюкзак, дождевик и москитная сетка. Коляска доступна в комплектации 2 в 1, это люлька и прогулочный модуль, и 3 в 1 вместе с автолюлькой-переноской. Приобрести коляску можно в детском магазине Pupsi Kinder, а если у вас остались вопросы, пишите в комментариях под этим видео или приходите в наш магазин, где экспертные продавцы-консультанты с удовольствием помогут вам с выбором.